Международный терминал аэропорта Шереметьево заполнили необычные для будних дней звуки. Гостей встречали и провожали в рейсы популярными и ностальгическими песнями групп «Машины времени», «Секрет», «Битлз» в исполнении детского коллектива «Бум Бэнд». В Шереметьево отметили День пассажира. Настроение сразу же поднялось. Хочется верить в завтрашнее будущее. Поздравить гостей аэропорта приехали и Дед Мороз со Снегурочкой. Устроили гостям праздничную программу с конкурсами и викторинами. Например, вопрос, где расположена резиденция Деда Мороза, не застал пассажиров врасплох. Ой, все правильно. Давайте подарим подарки. Пожелаем вам. С удовольствием, конечно. А вот в терминале «Б» для пассажиров устроили настоящее шоу. У подножия елки сошлись в творческом поединке лучший скейтбордист и брейкдансер России. Музыка сопровождала действия и здесь, только теперь в исполнении оркестра МЧС. Кроме этого, в течение дня пассажиры могли поучаствовать в конкурсе «Парад елей», увидеть конкурс барменов, услышать, как робот Пушкин читает стихи и получить множество ценных подарков за участие в викторинах. Аэропорт Шереметьево традиционно каждый год в преддверии Нового года проводит специальный фестиваль, праздник для пассажиров, для гостей аэропорта, который так называется «День пассажира». Мы проводим мастер-классы для детей и родителей, поэтому сегодня все найдут возможность провести время с пользой перед полетом. Ежедневно через аэропорт Шереметьево проходит поток до сотни тысяч человек. На празднике в честь Дня пассажира побывали Александр Сергеев и Алексей Сыченко. Служба новостей.